Привет, друзья! В данном видео хотел бы поделиться одной весьма очень интересной и полезной информацией. И речь пойдет об одной ошибке, которую рыбаки частенько допускают в марте месяце. Частенько попадают на эту ошибку молодые начинающие рыбаки. В итоге потом остаются без рыбы, либо с минимальным количеством рыбы. Хотя погода, в принципе, позволяет рыбе сегодня питаться, насадок ассортимент большой, прикормки хорошие и рыба есть под рыбаком. Но бывает так, что рыбак остается либо с нулем, либо с небольшим количеством рыбы. Об этом я и поделюсь в этом видео. Почему и как? И речь, друзья, пойдет о тех местах, где в марте месяце собирается огромное количество рыбаков. Рассказывать буду, друзья, все из собственного опыта. Сам на этих ошибках обжигался, и частенько бывает так, что с десяток рыбок едва поймаешь. Хотя просидишь несколько часов. Вроде бы и насадки нормальные, и рыба клюется, погода ей сегодня позволяет питаться. Но, увы, в марте месяце, друзья, лучше такие места вообще не отправляться, если речь идет о береговой зоне. Когда глубины под рыбаком небольшие, там меньше 2 метров. Знаете почему? Когда вы пришли на рыбалочку, сделали луночку, одну, вторую, третью, ну, как я в предыдущих роликах рассказывал, штук 5 сразу делаем. Находим ту лунку, где у нас рыба клюет. Все лунки, которые неактивные, просто заравниваем. Ну, неважно. Все, нашли лунку, там, где рыба клюет. Независимо от того, установили вы палатку, то есть палатки ловите или без палатки, суть не в этом. Дальше происходит следующее. Я попадал сам в такие ситуации. Нашел рыбку, нашел лунку, сделал палатку, сижу. Сижу, ловлю рыбку, рыбка клюет хорошо, плотвичка, ельчик и другие. И слышу в палатке сзади шаги. И начинается бурение. А как получается всегда в таких ситуациях? Раз рыбак сидит, палатка стоит, значит рыба у него клюет. Понятно, нужно его обурить. Не забываем, друзья, про мелководье. Я вам не случайно сказал про береговую зону. На глубинах 3 и более метров это, в принципе, большой роли не сыграет. Не всем, друзья, охота ловить, например, на больших глубинах, там 3, 4, 5 и более метра. Потому что пока эту рыбу достаешь, пока эту мормышку отпускаешь, в береговой зоне, где глубина там меньше 2 метров, гораздо рентабельнее ловить. Лески меньше, быстрее достанешь рыбку, быстрее мормышку до дна отпустишь. И большинство рыбаков любит ловить на небольших глубинах, а не на каких-то больших огромных глубинах, где с этой леской путаешься. Друзья, сидим мы в палатке, ловим рыбку и слышим сзади нас бурение. В предыдущих видеороликах и фактически во всех зимних рыбалках я говорил, что лучше делать по 5-6 лунок, чтобы один раз нашумел и все. А как происходит в этой ситуации? Рыбак приходит недалеко от вас, делает одну лунку, садится, не клюет. Я сам повторюсь, друзья, попадал в такие ситуации. Пока рыбак бурит там лунку, глубины небольшие, клев у меня перестает. Вот, рыбак лунку сделал, все закинул, посидел минут 5-10, не клюет. И бурит вторую, третью, четвертую, пятую вокруг вас. Каждая пробуренная лунка играет против вас. Вот, когда я сидел в палатке, как только начинается бурение этой самой лунки, одной, второй, третьей, пятой, клев в этот момент полностью перестает, потому что глубины небольшие. Почему рыбак в этой ситуации бурит одну, вторую, третью, пятую лунку? Допустим, вы ловите на мотыля. У вас рыба клюет, а он ловит, допустим, на червя или просто на обычного опарыша. А сегодня рыба на червя и опарыша клевать не хочет. Сегодня она выбирает мотыля. Вот, он сделал одну лунку, не клюет, вторую не клюет, третью, четвертую не клюет. В общем, сделал кучу лунок. Не клюет рыбку, он вам попугал. И ушел, приходит второй рыбак. Видишь же, палатка стоит. Ага, значит рыбак сидит, не вылезает, значит рыбку ловит. И картина повторяется. Опять же, одна, вторая, третья, пятая лунка вокруг вас. В итоге каждая пробуренная лунка играет против вас. В этот момент, когда я вот сидел в палатке, подходит там второй рыбак, начинает бурить. И как только он начинает бурить лунку, клюв у меня в палатке перестает. Рыба не клюет. Абсолютно, друзья. Сидеть можно так в палатке очень долго. Огромное, друзья, количество времени, при этом без клёва. Такая картина на рыбалке в марте вблизи рыбаков частенько встречается. Очень часто. Если глубины небольшие, на больших глубинах, повторюсь, друзья, там 3-5 более метров, это, в принципе, за сильно большой погоды не сыграет. Там хоть на льду пляши, распугать фактически никого невозможно.
Почему, друзья, на всех рыбалках, в марте, как и в апреле, да и в январе, декабре и феврале, я стараюсь держаться как можно дальше от большого количества рыбаков. Только лишь, друзья, по этой причине. Когда начинается вокруг тебя обуливание на береговой зоне, то есть на мелководье, клев реально перестает. И рыба не клюет, потому что мы когда-то отпустили камеру под воду, сделали унку, отпустили в унку камеру, смотрим, рыбки плавают. И начали бурить рядышком лунку. Там такой переполох, все забегали кто куда. Паника в селе, как говорится. Все разбежались. Потому что шум бура очень сильно играет роль на клев. Рыба шума бура пугается. Также, друзья, еще один неприятный момент, потому что, подойдя к рыбакам на мелководье, вы сами начнете бурить одну, вторую, третью, четвертую лунку. И тем самым рыбакам, которые ловят рыбу, ее немножечко попужаете. Очень, друзья, весьма неприятно. Но если, друзья, вы отправились на рыбалку в марте и хотите половить рыбку, отойдите от большого количества рыбака как можно дальше. Или просто идите в те места, где не скапливается огромное количество рыбаков. Там намного тише, и шансы наловить рыбы тех видов и тех размеров, которые вы найдете, куда выше, чем в тех местах, где скапливается огромное количество рыбаков. Там рыбу на мелководье, речь идет о мелководье. Повторю, друзья, на больших глубинах это никакой роли не сыграет. А вот на мелководье, береговой зоне, это очень сильно играет роль. И в итоге можно реально остаться без рыбы. Или с ее минимальным количеством. Даже если у вас огромный ассортимент насадок, и погода сегодня рыбе позволяет питаться, но шум бура распужает всех и на все. Потому что туда придет не один рыбак. Придут десятки, и каждый будет бурить. Это, друзья, касается как заливов затонов, так, в принципе-то, и рек. Хорошо, если на реке лед не очень толстый. А бывают такие года, когда лед, например, составляет метра по полтора. Даже у нас в Вологодской области. Такая толщина льда бывает. Прикиньте, какое количество лунок нужно пробурить, и какой лед толщины, и сколько шума будет вокруг вас. Ой, мамочка, не горюй. Но если, друзья, вы хотите ловить в толпе рыбаков, чтобы пообщаться с друзьями и быть всегда с рыбой, тогда выберите на вашем водоеме самое глубокое место. Да, есть недостаток. Лески нужно много. Придется немножечко попутаться. То есть, повдоставая ее, время потратить, поотпуская. Но зато вы будете всегда, во-первых, с рыбой на больших глубинах и получите удовольствие от общения с друзьями-рыбаками, которые будут находиться вокруг вас. На больших глубинах, повторюсь в третий раз, это никакой роли не играет. Тут хоть пляши, хоть магнитофон служит, как на дискотеке. Рыбу на таких глубинах там от 3 и более метров не распугать. Она этого не боится. Звук до дна не доходит. Ну и в заключение, друзья. Я люблю обычно на глубинах от 1.5 метра и менее. Не люблю я большие глубины. Напишите, пожалуйста, в комментарии, на каких глубинах вы ловите и какие глубины вы предпочитаете.